Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, а смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за нового лидера Конго, Нзингумбанди, не знаю, как правильно это склоняется. Если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, ссылка есть в описании в прикрепленном комментарии. Там ссылка на весь плейлист, собственно, в котором спонсоры канала, например, все серии могут посмотреть сразу. Большое спасибо им за поддержку. А всем вам приятного продолжения просмотра. Слушайте, а алюминий откуда я получаю? А, у меня пинда прямо на алюминии стоит. Вот еще алюминий. Ребят. Что? Военник разрешен? Да. Андер, посмотри сделку. Торговца заберите там. He had discovered a great love. Перекинул сделку. Вот скажи, если примешь союз, затопило побережье мне одну клетку, я сейчас застраиваю плотину. Эта клетка потом появится? Нет, не появится. Да. Где гавани, блин? Давайте хлопок. Да, давай. А гибки ни у кого нету. О, у меня 10. Давайте разведку. А, дальнобойность давай. Чтобы защищаться проще было. По дипломатии Финик первый, но там 10 очков всего. Кидайте в Корею дипломатию.
Почему не могу строить пусковые пушки? Пусковые шахты. Ракетостроение открыто у тебя? Я вроде смотрел, там не было. Ну да, открыто. А, вот, да, теперь вижу. Тогда хз. Понял, что я загрузился? Нет. А что мне делать, если я хочу ему войну объявить? Ну, ну давайте, может, таймер уберем, да? Ждем, когда он загрузится. Все, загрузился? Да, загрузился. Быстро, однако. Ты даже с тобой можешь победить. Нажимайте таймер.
Не понял. Не. А, ну что ж, когда-нибудь и у меня начнется. Скорее сделка. Можно атаковать тебя? Можешь, наверное. Я хрен знает, что я тут могу сделать. Это я ему из СНТ и заберу я финьки. А, офигеть, откуда ты справа появился вообще? Там что ли проплыв наверху теперь есть? Да. Расставил лед. Ну вот это я вообще проглядел. Ну а что тут делать? Он ракетных крейсеров прислал. Thank you.
Японец, загрузился? Да, загрузился. Сколько у тебя там этих ракетоносцев? 5 штук. Японец, загрузился? Нет. А можно, пожалуйста, таймер убирать? Просто я не успеваю половину юнитов двигать. За тех 20-30 секунд, что у меня остается. Пойди, японец, ты меня атакуешь? Только что вот загрузка прошла. А, я понял. Какая разница, я что, тебе что-то сделаю, что ли? Хотя бы один юнит убить, это уже, блин, большое дело. Я японец Тилы набегал, если ты не видел. Сейчас финики попробую до Токио докинуть ядерку. Ты загрузился? Японец. Я ход закончил только что. Если новый пока еще не начался, то не загрузился. Я таймер убрал. Не, не дотянусь до Токио.
Народ, а что инженера не забираете? И ученого не забирают кто-то. А у меня что-то не показывало вообще. Что? Это ко мне было? Ко всем, не знаю. Инженер, вот Корея инженера не забирает. А, это я не видел, я отошел. У меня вот, когда ты говорил еще про торговца, тоже уведомления не было. Если я разбомблю Лёшины города, я его остановлю по культуре? Да не победю я тут культурой, ну ты прикалываешься. Он мне пишет 15 ходов до победы культуры. Да. Мне пишет 6 ходов до победы культуры, но это же не... Это, грубо говоря, если я буду каждый ход играть, вот мои рок-группы будут давать мне столько туризма, сколько дают. Но они у меня умирают. Ты знаешь, сколько у меня уже стоит рок-группа, например, сейчас купить? 1100 веры. Сколько у тебя вход? 400. Ну что, я раз в три хода могу только группу покупать, которые... А они дохнут еще, блин. Эй, дай, пожалуйста, денежку. Финьки. Финик, предложение. Надо там на подводную лодку купить. Нет. У меня следующим ходом искусственный спутник, и я к тебе, Лёш. Ты вон Финикию не хочешь разбомбить? Меня пока она не трогает. Так я тебя не трогаю. Но мне, вот мне высветилось, культурная победа другой цивилизации неминуема. Ну это если у меня будут рок-группы играть постоянно. Финик еще одна. Не-не, группу запрещать буду. Так, а что там Сиднейский этот дает? Три ячейки музыкальных шедевров. Пеньки, СНД, ЮКМ у мою, да? Да. Yeah. Наговорились. Я бы их уже забрал, просто не хочу ядерные осадки делать. Надо больше зениток, видимо.
вагона, что с тобой? Метан вылетел. Не-не, сори. Мне нужны сейчас будут. А следующим ходом сотка? Ну, следующим ходом мне нужно будет как раз. Американец, предложение. Так, я вроде тут. Между мной тогда следующим ходом таймер. Американец. Да, я отклонил. Чего? Я мышь. Там просто финик, походу, собирается с тобой воевать. Так он со мной и так воюет. А, там такое дело, у нас военный союз. То есть ты ему собираешься помочь? Пока что не знаю. То есть, финикийц выигрывает по науке и по войне, и ты ему еще хочешь помогать. Коллаборационист. Ну так мы можем просто проголосовать за победу финикии, чтобы не мучиться больше. Сейчас, секунду, я поменяю то, что ком просто в каждом городе поставил, типа, смену на ядерное топливо. И все отменил.
Не, без шансов. Просто без шансов. Слишком круто. Кстати, а кроме финики, если бы не было финики, я бы победил. Но тут, видите, мне еще 7 туризма до Кореи, как минимум. Даже если сейчас финики... Никаких. Он просто моргнул. Так не разгонялось, то и... Все равно, мне кажется, не получилось бы. Да, вот пошла загрузка. Да ладно. Доволен? Чуть-чуть. А Финикию вы будете останавливать, нет? Ну, для этого нужны определенные средства. Now, my dears. Че, мне Финики не мешает, я сейчас могу улететь. Сети не мешает. Финики открыла уже все необходимые техи, между прочим. Так, на минуточку. Финики ни одного космопорта. Буквально один ход не успел, видите, довести зенитку. Меня прикалывает, что первая ядерная ракета в этой игре
упала на самую культурную цивилизацию. За то, что вы слишком культурные, да? Вам не кажется, это немножко хрень какая-то? Вьетнам, а что у тебя не так пошло? Место хреновое. Так, все нормально, но я это не скажу. Пенький СНДай же мой был. Пенький. Да на, так я принял сделку. Кто кидал? Так СНДай мой. Я Корея. СНДай твой? Ну мы же договорились, Акаяма и СНДай я забираю. А йоу. Я забылся. Ну сейчас он отвалится, да, я его заберу. Так, короче, я понял, ты ждать не будешь. Отойди. Я ядерку кинул, а я ему заберу. Ты меня услышал? Да, забирай, я отведу сейчас юниты. Да хватит меня бомбить. Да ладно, три хода пишет. Черт. Ты здесь зенитки поставил, да? А, там три хода победа? Вау. Это еще бедный несчастный Леша. Я что-то вообще протыкал. Странно, прошлым ходом было написано 50 ходов победы. Да-да-да.
куда кинул. А это мне залетело. А, вот на что ты надеялся? Я даже не понял. Как, а у всех зависло? Нет, я хожу. Ядерка летела, наверное. Опять в меня какая-то ядерка летела? Не в тебя. А в кого? Американца. Блин, Трея, мне нужны будут деньги. Я, если успею, к Лёше полечу. На робота. Не, хил купить авианосец, туда полететь. Не-не, я уже плыву, а дальше роботы буду покупать там. Ну, у меня уже тоже роботы. Сейчас через 2 хода будут. Главное успеть. Может, зря, кстати, объявил войну Нуби, лучше бы там продолжал эти концерты проводить. Я самолетиками могу садиться на это, на воду или нет? Они над водой летали. Походу не отвалится, Сендай. Чего-чего? Сендай не отвалится. Ну, блядь. Да, пофиг там. Ну, так его передай мне, в таком случае. Передать тебе? Хотя... Так можно? Не, ну можно. Лёша, можно? Да у меня тут ещё нефти. Лёша, походу, нас обиделся. Что-что? Город передавать можно? Нет, нельзя. Только если, ну, в плане, например, мирного договора, например, он на тебя напал и требует, чтобы ты ему отдал какой-то город при войне там. Вместе на японцев. Или наоборот, обратно отдать. А если просто так передавать, то... Не, ну мы просто договорились, что японцы делим, и 2 города мне отходят. Он один город захватил, и случайно. И типа, по условиям договора, скажем так. Может, нет? Ну, передай, хорошо, чё. Если в этом плане... Вот Амир Жучара, я не увидел. Он меня взял 660 голды на 30 ходов. А я думаю, куда золото подевалось? Нифига себе. Амир, не хочешь отдать назад?
Еще, да, я что-то втыкнул, я хотел взять так, просто 660. Так, Катя, что-то у меня дофига золота, да, может, мне тоже что-нибудь понадобится. Я тоже просто собрал, просто 660. Но ты два раза кидал. Домиков купить, если вообще есть возможность. Дай мне 1000, я куплю еще одну атомную лодку и пойду фигачить Лешу. А у меня уже плывут там две штуки. Я следующим ходом кину. У него... А, все... Ну, кинь, а все завершили, да, ход? Да, переходовка идет. Я думаю, у меня все, пролетит. У меня аж Арджендра плюс олигархия, фашистское наследие. Я думаю, прилетит. Ну вот, видите, сейчас вообще не пишет, что победа возможна. Да хватит! Блин, она еще и пролетела, зашибись. Не, ну корейц, ну ты прикалываешься. У тебя там финики есть главный соперник. Просто, видишь, ты тоже говоришь, типа, финики есть главный соперник. Но он, типа, он не улетает, он, типа, ничего не делает. Он просто ходит и всех мочит своими 3000 мощи. Мы что же, ну, правильно. И поэтому ядерки кореец кидает в меня. То есть вопрос времени, ну, когда он Корею захватит. Кидаются в тех, типа, кто побеждает. Кореец? Согласен. Вопрос времени, когда он нас всех захватит. Так побеждает финикиец. Где я побеждаю? Открой культуру, посмотри. Три хода, Леша. А? Писалось 3 хода до победы. Ну, писалось, потому что, типа, офигительно рок-группа сыграла одна. Что это такое, как не победа? Я отойду на 2 минуты, пока флакон зайдет. Ну, поставь только код. Вроде прогружающая. Опять он всех губеров пересадил, да господи.
продолжил. Нажимайте на вот. Лёша, финики. Да сколько можно? Кайф, ну у меня еще ничего не срабатывает. Ладно, короче, я тогда пойду, пожалуй. Без шансов, закидали ядерками. Я прогрузился. Какого хера? У меня сработала только одна зенитка, и все, один раз. Ну я с ракетных крейсеров кидаю. А? Я с ракетных крейсеров аромат кидаю. Ты что, с ракетных крейсеров не отбить? Ой, ракетных этих, с атомных подводных, атомных подводных лодок кидаю, аромат. Ну ладно, видите, нету шансов. Я не знаю, мне, наверное... Единственное, что я могу сказать, что стоило, возможно, рок-группами просто позже. То есть не вот сейчас, а не тогда, когда вот они открылись, а типа дождаться где-нибудь вот тут. Обычно и легко. Там, где карточка на выбор прокачки рок-групп, вот там надо было. И брать, например, на чудеса. И вот Нубию. И вообще с Нубией не воевать, а просто тут у нее рок-группами не играть. Мне кинули первую на мобильный ЗРК, он взорвался, и я пошел гуглить, типа, а чё как дефается? Пишется, должно дефать, но не дефает. Не, ну типа шанс там. Нет, там есть шанс, смотри. Там всегда есть шанс какой-то. Если понятно, что увеличивает, шанс, чем мощнее, тем больше шанс. Ну то есть... Там карточку на олигархию поставить, переиллюстрировать почту. Тогда шанс выше, что пролетит ракета. Понимаешь? Ну да, вот я у тебя иллюстрировал один раз. Может, поэтому пролетело? Так и я у тебя иллюстрировал. Ну, там подожди, флакон это ты сейчас в меня кидаешь ядерки? Не, я не в тебя, я в американце. А, в американце. Нет, ты кинул у него одну ядерку на кабасу. Ну ладно, спасибо за игру. Я? Пойду я. Это, наверное, расскажите потом, кто победил в итоге. А, не ты, погоди. Слушайте, напишите в чатике, кто победил. Да, вот ошибка, надо было просто культурой, ну, то есть делать шедевры, да, я бы не вылазил, потому что вот это за счет игры рок-группами. Слишком дорого стали стоить рок-группы для того, чтобы можно было победить. Надо было в конце нормальные прокачки. Так-то у меня рандомом все выпадало, получается. А так взяли бы только необходимые. Тут даже не дело в том, что они ядерки в меня бросали, а то, что я сам... Ну, тут, ну и, как вы понимаете, я в армию не шел. То есть мне надо было... Ух ты, как просто уничтожается самолетик. Посмотрим, как следующим ходом будет написано, сколько ходов мне оставалось. Вот реально, я поспешил с рок-группами. Вот и все. Просто поспешил. То есть я мог сейчас дальше еще все еще сидеть. Спокойно изображать, что у меня все плохо. Тут где-то карты. Здесь вот где-то карточка, которую вы можете выбирать прокачки для рок-групп. И мне надо было бы брать вот то, что, собственно, в Нубии есть. В Нубию бы отправляли караваны. Смотрим. Не, без шансов. Ну, как получилось, так получилось, что ж поделать. Все, я ему обещал в начале игры выходить. Вам спасибо, что смотрели. Надо было откладывать чисто рок-группы. Ну, в итоге, по окончании партии, участники сообщили мне, что победила в итоге Финикия.
Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут поискать прямо сейчас в плейлисте, ссылка на который в прикрепленном комментарии в описании есть. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.